подписываю соглашение о сотрудничестве с Омской областью. Сибиряки, выходцы из Омской области, проживают в Москве, около 30 тысяч человек составляет омская диаспора. Ну и, конечно, нас связывают наши регионы тесно, большие экономические, торговые, социальные связи. Омская область является одним из лидеров промышленных, экономически развитых регионов Сибири. Москва поставляет в Омскую область свои товары, Омскую область к нам. Мечи участвуют активно в государственном заказе Москвы. Не память не изменяет, около 20 контрактов получили подрядные организации Омска. Мы активно продолжаем сотрудничать в области здравоохранения, образования. Омские врачи приезжают на стажировку в институт Склифосовского. Я думаю, что все эти добрые начинания будут продолжены в рамках нового соглашения. Более того, я считаю, что должен разработать конкретный план действий по реализации этого соглашения, чтобы все наши действия были определены по времени конкретными мероприятиями. Виктор Иванович, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Сергей Семенович, за то, что встреча была реальный формат. Вы правильно отметили, что между регионом Омской и Москвой сегодня тесные экономические связи. И я считаю, что это соглашение, оно эти связи не только будет, но и продолжит. Мы сегодня готовы обсуждать конкретные предложения и о расширении линейки продукции и продуктов, которые производят на территории Омской области, усилить обмен культурными связями. Вы остановились на том формате, который сегодня существует, это стажировка врачей в современнейших клиниках Москвы, и мы тоже попадем в этот дальнейшем работу продолжить, потому что это сегодня знаковая ситуация, где специалисты должны работать не только под специалистом высокой квалификации, не только в таких крупных центрах, но и по всей территории Российской Федерации. Поэтому то, что сегодня мы подписываем, я говорю, мы облечем конкретный план взаимодействия, и мы готовы работать вот на благо двух регионов в том формате, который является нашим соглашением. Начинается церемония подписания соглашения между правительством Москвы и правительством Омской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение подписывают мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров. Thank you.